Витальевич, Леонид Тарасович, что вы пожелаете сейчас первокурсникам военмеха? Спасибо большое. Добрый день, друзья. Долго не буду рассказывать. Вам интересно, наверное, все дальше самим все увидеть. Но на самом деле, мне кажется, что сегодня такой как знаменательный, так и трепетный, такой волнующий день. Но почему? Потому что вы выступаете действительно в такую свободную, уже в открытую жизнь. И это очень важно. Второе, то, что от этого никуда не уйти. В школе вы были старички, старшеклассники, самые главные, важные. Сейчас вы становитесь первоклассниками, да, то есть самыми молодыми. И это тоже такая своеобразная вещь, через которую мы все проходили. Ну, думаю, что это временная вещь, но нет, потому что, думаю, уверены, поэтому это все проходящее, скоро, через несколько лет, вы уже будете точно так же, такие же важные, старшие, среди всех остальных. Но самое главное, что мне кажется, что вы уже совершили два грандиозных, такие две грандиозных вещи. Первое, это то, что вы выбрали специальность, что, ну, по себе же, опять же, знаю, что очень тяжело и очень трепетно к этому относишься. Но вы выбрали, и выбрали при том не просто что-то такое, а выбрали серьезное направление. Ну и второе, то, что вы поступили сразу же в институт, я называю институт, как в мое время это было, в то заведение, которое всегда имело высочайший знак качества. То есть тогда, когда я учился, мы всегда смотрели на вебековцев, могу сказать, с некоторой определенной долей даже зависти. Действительно, серьезнейший институт. Знак качества был еще и в мое время, когда я учился. И здесь, конечно, придется так поработать. Могу сказать такой маленький, такую информацию, то, что в науке вебековцы всегда были лидеры. Но вот когда я работал в свое время в одной из крупнейших инвест-компаний, могу сказать, что финансистов мы брали с опаской, а вот вебмековцев всегда с распёртыми объятиями, потому что лучших аналитиков, в общем-то, сложно было найти, сразу же могу вам сказать. И это очень-очень важно, точные науки, которые вы получите, и тот уровень образования. Ну и вторую вещь, которую вы такую совершили, та вещь, которая вот для моего поколения остается загадкой, это сдача такой вещи, как ЕГЭ, и в конечном итоге поступление в институт. Молодцы. Снимаю шляпу, это великое, наверное, событие, потому что мы даже себе не могли представить, что вот так вот это будет и в таком виде будет. Поэтому это действительно для меня великое событие. Ну и что пожелать? А пожелать вам, друзья, будьте креативными, развивайтесь, растите, но растите не с точки зрения карьеры. Карьера — это, наверное, не самое, честно говоря, главное, важное. Растите, думайте и развивайтесь, это наиболее важно. Потому что время-то у вас есть, но оно быстро очень убегает. Опять же, по себе знаю, вот так не успел оглянуться, а в этом году у меня 30 лет выпуска было. И сколько уже убежало, и не так уж много осталось. У вас все впереди, но быстро убегает время. Так что еще хочу пожелать, думайте и живите головой, сердцем и душой. Поэтому это самое главное, и будьте живыми и радостными людьми. Спасибо, и всего-всего хорошего.